И сегодня же с самого утра местные средства массовой информации сообщали о том, что пропал мальчик. Накануне вечером 9-летний ребенок ушел из дома и не вернулся. И только сегодня в обед его обнаружили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Мальчик гулял в районе ЦГБ. Как выяснилось, ночь ребенок провел в гостях у своего друга. В разыскных мероприятиях, направленных на установление местонахождения несовершеннолетнего, был задействован весь личный состав ОМВД, члены общественного совета ОМВД, представители управления по делам семьи и молодежи, ветераны боевых действий, волонтеры, представители частных и охранных предприятий. 28 марта 2013 года в 12:30 сотрудниками ОПДН несовершеннолетний был выявлен в районе Центральной городской больницы. В настоящее время его состояние удовлетворительное.